Знаю, что это полная дичь, но вот так вот выглядит подшипник с коляски. Просто накидали шариков, ну и чтобы это все не развалилось, поставили дичь. Заказал аналоги, уже как бы модернизировал, что-то получше должно быть. Будет на замену, потому что вот эти подшипники очень быстро рассыпаются. Так. Комплекты там по 8 штук. Это неплохо. Ну, здесь вот по 2. Посмотрим, что конкретно предлагают китайцы. Как говорится, было-стало. Внешне вроде бы ничего так, но уже запрессовано. Здесь завальцовано даже. Смазки, как видно, вообще никакой. Ну ничего, сейчас закапаем. В принципе. Проверяем, насколько оно адекватное. Здесь у нас плюс-минус 31,5. Здесь у нас 31,3. Ничего. Полностью у нас здесь получается 12,5. Здесь у нас полная высота 12,5. Сам борт у нас, на который идет упор, 31,3. Здесь у нас 30,3. Ну, на миллиметр больше, в принципе, но уже выглядит намного получше. За счет того, что здесь завальцевали, я думаю, будет подольше ходить. Но тем не менее, нужно будет его, естественно же, смазать. Ну а смазать можно либо вот этим, либо вот этим. Забить вовнутрь. Довольно-таки пластичные, в принципе. Хотя, в принципе, тот же самый Little 24 тоже подойдет. В общем, ссылка на него будет в описании. Как говорится, пысы. Надо подготовить подшипники для установки на две коляски. Поэтому их надо немножечко забить. То там вообще смазки не было. Вот. Совсем другое дело. Один есть. Теперь второй. А вот интересно, через пройдет или нет? Короче, нету. Иголки, поэтому немного сплюснул, будем закачивать. Так.
На одно колесо готово. На одну ось для колеса. Так. Берем следующую пару. И точно так же набиваем. Готово. Сейчас будем для другой коляски делать аналогичную процедуру. Можно, конечно, и витол 24 было забить, но пока есть возможность забить хорошую смазочку, почему бы этого не сделать, подготовив для замены у клиента подшипники. Я считаю, что это намного лучше оригинального подшипника, который в данном случае совсем болтается и шумит. Так. Ну и последний. Вот и все. Теперь можно отправлять мастера для установки.